Привет, ребята! Сегодня будет у нас на канале необычный выпуск. Это обзор игрухи. Игра вышла 13 июня 2019 года. Черепашки-ниндзя в ретро-дизайне. Такие же оригинальные, классические, как были в 90-х. Вот. И я вам предлагаю посмотреть небольшой обзор на эту игру. Значит, здесь мы будем иметь 60 активных персонажей, как нам утверждают, 17 уровней, 4 бонус уровня. Вот, значит, игруха совершенно бесплатная, можно скачать ее по ссылкам. Ссылки на эту игру я оставлю в описании. В общем-то, ничего сложного делать не нужно, просто скачиваем. У нас, значит, три файлика скачивается, вот такая вот замечательная картинка к ней. Инструкции и сама игра. Сама игра, значит, просто в архиве. Открываем, запускаем. Нажмем запустить. Все, игра у нас запускается без каких-либо установок и прочего барахла. Сейчас камеру поудобнее поставлю. Так, чтобы немножко захватить получше экран. Качество, конечно, такое непосредственно, но все же, я думаю, будет видно. Вот в таком вот ретро-дизайне нас встречают черепахи-ниндзя. Пресс-старт, чувак. Значит, я до этого уже один раз запускал. Совершенно чуть-чуть поиграл обучение. Значит, во время обучения никого нельзя выбрать, кроме Леонардо, что ли, получается. Но дальше в игре было можно. Значит, здесь все самое простое, отрабатываем. Простые приемчики, с которыми дальше будем играть. Вперед, вперед, атака. На. На. Не, ну графон, конечно, здесь вообще прикольный. Прям все как раньше было. Не то, что сейчас эти новомодные черепахи мне не нравятся. Вперед, вперед, прыжок. Давай, крыса, учи меня. Прыжок, атака. Так, иди сюда, ты. Колотушка на гусенице. На. Так. Прыжок, атака. Идем дальше. Вниз атака. Чик. Ну давай. Супер прием. Как раньше был такой же, так и остался. Как на Нейси было. My students. Стрелка загорелась. Во, офигенная оригинальная заставка. Не, ну прям нарисовано вообще очень классно. Мне нравится. Так, мы попадаем на какую-то карту. Дальше вот я уже не играл. Прикольно.
Пойдемте в канализацию. А вот, как раз здесь мы можем выбирать за кого. А параметры у всех одинаковые. Ладно, выберем Микеланджело. Так. Прикольно. На. Чё? Как это? Откуда? Ах ты ж. Да поворачивайся ты. Вот гады, а. Это еще кто такой? Воу. Да какого фига? Ты. А, и вообще бить нельзя. На. Говночеловек какой-то. Так, где 60 играбельных персонажей-то? Я не понял. Да какого фига? Она еще и бросает сверху. Опа, первый босс. Интересно, у них тоже стратегии какие-нибудь есть такие, как на ретро-играх были? Или просто лупить надо? Давай, жабёныш, иди сюда. Да какого? И все. А может, это и не босс был? Пицца. А вот, походу, и настоящий босс сейчас будет. Ну, ничего себе. Пицца-монстр. Ну давай. На. Пицца-монстр. Пока да, все довольно-таки просто. Давай. Фух, в общем-то это был простой какой-то босс. Ну, нафига себе, крысы. В общем-то, на мой взгляд, игра неплохая, можно поиграть. Я думаю, дальше не имеет смысла продолжать. Можете скачать и попробовать сами.